Кирюша, доброе утро. Иди почеши, почеши себе. Тихо, 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 тихо. Кирюша, посмотри, какие цветочки у нас. Посмотри, какие у нас цветочки расцвели. Красивые какие. Попугай Кирюша проснулся и не узнал соседа. Был кактус колючий, стал цветущий. Хозяйка дома Людмила Анатольевна сразу столько украшений на зеленой ножке видит впервые. Кактус цвел раньше. Один раз в год в начале лета бутоны распускались. По одному, два, сейчас же целый букет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 одновременно необыкновенной красоты. И вот это из этого получается такая красота. Вот эти колючие, вот, да? Нет, вот из этого бутончика. А сколько там еще таких? Вот еще один и где-то вот два еще. Этому кактусу больше 15 лет. Людмиле Анатольевне его отдала соседка, когда вместе с семьей переезжала в Ленинград. Маленький росточек со временем вытянулся и потолстел. Хозяйка хотела было его выбросить. Говорит, пересаживать неудобно. Колючка большая, да еще и перекошенная. Но этим утром женщину ждал сюрприз. Алло, здравствуйте, Лариса Александровна. Хочу вас порадовать. Тот кактус, который вы мне когда-то отдали маленьким росточком. Хочу сказать, что он зацвел сегодня в ночь и дал столько соцветий, что просто диво-дивное. Цветы кактуса – это действительно чудо. Бутоны распускаются всего на сутки, один раз в год. Бледно-фиолетовые лепестки рассаживаются в несколько рядов, а сам цветок напоминает мохнатую трубочку. Как лилия, только колючая, говорит хозяйка. Он закрыт, закрыт, закрыт и закрыт, и закрыт. Затем он в одну секунду распускается, и просто на глазах это все происходит. Ну, это, конечно, божий дар. По легенде, кактус цветет в день своего рождения, и если сорвать его цветки, то желание обязательно сбудется. На счастье 60-му каналу хочу первый раз в жизни подарить вам эти необыкновенные красоты цветочки. Не знаю, как долго он сохранится, но хочется, чтобы счастье было долгим. Спасибо, не жалко? Нет, не жалко, никогда не жалко. Елена Лещева, Анатолий Чекрыгин, Панорама новостей, Брянск.